Работа у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная. В картине «По ту сторону», кроме музыки инструментальной, было несколько песен. Поэтом в картину был приглашен Лев Иванович Ашанин. Великолепный поэт и непревзойденный мастер песни. Тогда уже это был поэт, которого знал весь мир по его гимну демократической молодежи, по его песне «Эх, дороги» и многих других песнях совершенно великолепных. И, конечно, пели, когда была Германская Демократическая Республика, ГДР, там это знали. И довольно давно это поет группа «Рамштайн». Я им очень благодарна. Просто по стандарту кажется, как будто бы вроде это не их дело, и тем мне приятнее и дороже, что они это поют.